Комиссия по делам несовершеннолетних плохо проводит профилактическую работу. По мнению прокурора города Балаково Дмитрия Сернова, об этом говорит тот факт, что преступления в отношении несовершеннолетних не выявляются сотрудниками КДН на ранних этапах. В течение последних 5 лет вашим сотрудникам не выявлено практически уголовно наказуемых фактов совершения преступления, предусмотренной статьей 156 «Жестокое обращение с несовершеннолетними». А это с чем связано? У нас все так благополучно, по вашему мнению, в районе. Судя по слайдам, нет. Это еще не все слайды. Вы знаете, что гораздо хуже иногда бывает то, что мы видим в семьях в социально опасном положении, которое находится. Факты жестокого обращения у нас ежемесячно обсуждаются вопросы на заседании штаба при комиссии. И я говорю уголовно-наказуемые деяния. Уголовно-наказуемые деяния. В этом году осуждены родители матрос, извиняюсь, фамилию не буду называть, родители, значит, трое родителей в трех семьях осуждено по статье 156. Одна семья осуждена на 6 месяцев исправительных работ с 5% удержанием заработка в пользу государства. Вторая семья осуждена также к исправительным работам. И третья семья, я сейчас не могу сказать решение суда, но лишены родительских прав и также параллельно осуждены по 156 статье. Три семьи в этом году. А фактов было 10, но остальные 7 фактов не подтвердились отказом возбуждения уголовного дела. Во-первых, все эти факты, которые вы озвучили, они не только за этот год, они с прошлого года есть, это первое. Второе, то, что я вам хочу сказать, это то, что касается выявления этих фактов. Вы помните, наверное, за последние 3 года у нас неоднократно выявлялись факты, когда родители, так называемые, если их так можно назвать, совершали насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних несколько лет. Это не ваша прямая обязанность, для этого есть и правоохранительные органы, но у нас эти факты были не единожды, а в течение 5 лет неоднократно в отношении разных семей и разных детей. И с вас никто не снимает ответственность за то, что вы эти факты не выявляли. Поэтому я задаю вопрос для того, чтобы вы ориентировали еще раз своих подчиненных на то, чтобы они более плотно работали с несовершеннолетними, особенно с девочками, с учащимися. То, о чем мы говорим с вами на каждом совещании, фактически, которое ежеквартально проводится при мне. На той неделе был суд в отношении одного из членов семьи, он как бы не один, а отчим, это сожитель, которого осудили на 17 лет реальное лишение свободы именно за сексуальное вымогательство в отношении девочек 7-летней. А выявлено в январе этого года. Кем выявлено? Выявлена школа и инспектор ПДН. По информации сотрудники полиции эти факты выявляют уже тогда, когда сообщают об этом несовершеннолетние. Я вам еще раз говорю, здесь это не ваша заслуга. А хотелось бы, чтобы это были факты именно выявляемые вами. А мы об этом говорим 5 лет уже. И сталкиваемся с вопиющимися фактами совершения насилия в отношении совершеннолетних. А вы привлекаете к административной ответственности, просто отчитываетесь по статистике. Этого недостаточно, я считаю. Я просто хотел обратить внимание еще и главы администрации на этот вопрос. Спасибо.